Неизвестных тел над поверхностью Луны открыто и неоднократно сообщали астрономы разных стран. Это наблюдение было сделано в мае 1955 года. С северного полюса Луны поднялась белая полоска и, круто завернув вправо, пошла вниз, огибая лунный диск. Секунд через 10 она уткнулась в Луну в районе южного полюса. Начала быстро бледнеть и вскоре исчезла полностью. Второе наблюдение датировано летом того же года. На этот раз светящийся объект летел в другую сторону. За несколько секунд, пролетев треть окружности, он по крутой траектории опустился на лунную поверхность. Тело было достаточно большое и как будто управляемое. А вот снимок огромного НЛО над Луной, сделанный на следующий день после завершения экспедиции Аполлона-14. Иногда на фоне яркой Луны в телескоп наблюдают полеты и огромных темных объектов, причем по весьма замысловатым траекториям. Вот любопытное наблюдение, сделанное в 1992 году. Представьте себе, что вы видите некий квадратный объект, который движется, в отличие от первого объекта, довольно медленно и совершает зигзагообразное движение. Он сначала летит немного вверх, потом летит немного вниз, потом делает вот такую вот петлю и скрывается в одном из кратеров. Я не могу сказать точно, что он провалился в этот кратер, что он приземлился в этот кратер. Конечно, с Земли, да еще и атмосфера дрожит, таких деталей не видно. Просто он поравнялся с кратером Альфонс и исчез. Нечто подобное наблюдали и в марте 2000-го. В течение 12 минут на фоне лунного диска двигался темный предмет. При 120-кратном увеличении было видно, что объект имеет форму апельсиновой дольки и медленно вращается. Астроном успел сделать несколько снимков. А вот видеозапись, которую с помощью телескопа сделал японский астроном-любитель Яцуо Мицусима. Хорошо видна тень от какого-то объекта, быстро скользящая по поверхности Луны. Впечатляют огромные размеры тени, около 20 километров в диаметре. И скорость перемещения. За 2 секунды тень проходила около 400 километров. Немало загадочного отсняли и экспедиции Аполлонов. Это и неизвестный объект цилиндрической формы длиной около 15 километров над морем изобилия, и непонятная светящаяся сигара, зависшая рядом с лунным кратером, и полеты неопознанных объектов над Луной и в ее окрестностях. В апреле 1970 года интересные снимки сделали астронавты драматичной экспедиции Аполлона-13. На двух последовательных кадрах хорошо видно движение объекта, пролетающего над Луной. На других – НЛО, приближавшиеся к кораблю. Полеты неопознанных светящихся объектов снимали и другие экспедиции Аполлонов. Еще одна загадка Луны – куполообразные структуры. Странные объекты. Они тоже похожи на искусственные. Вот, к примеру, загадочный объект, сфотографированный на краю кратера. Он напоминает летательный аппарат. На снимке, сделанном космическим аппаратом Lunar Orbiter, за 2 дня до этого его еще не было.